Здравствуйте, дорогие мои друзья и подписчики, и зрители. Сегодня мы продолжим игру YouTuber Live. Загружаем игру. Так. Мы сегодня начнем с того, что поспим. Давайте поедим. Становим силы свои. И давайте еще мы купили телефон. Давайте мы опубликуем репост. Опубликовать. Давайте другой. Давайте еще один, чтобы выполнить задание. Публиковать. Все, задание выполнили. Отлично. Давайте с вами пройдем курс обучения. Для этого мы поработаем. Тут можно курс обучения проходить. Работаем. Я тут до вас поиграл немножко. Прошел чуть дальше. Вот про рейдил. Чтобы вам было интереснее смотреть. Так. У нас 159 долларов. Нам платить еще за квартиру не так близко. Еще полмесяца как минимум осталось. Давайте еще поработаем, чтобы хороший курс закончить. Давайте не курс, а давайте апгрейдим компьютер. С вами сейчас что-нибудь детальки купим. Давайте посмотрим, что у нас в магазине. Посмотрим, что тут что у нас. Ты дизлайк. Смотрим. Процессоры. Так, ну давайте. Монитор. Давайте наушники новые. Программа новая. Давайте монитор новый. 29 долларов осталось. Ну и хватит. Принять. Сходим на работу. Заработаем денежку. Особо выбираем маму. Оплачиваем на работу сейчас. У нас последнее видео. 65 подписчиков. Не очень много набрала. Так. Открываем наушники. Программа для монтажа. Монитор. Отлично. Так, у нас тут открылись новые возможности. Так, вы получаете плюс 6% больше подписчиков, снижая превью. Конечно, берем. Вот так, выхожу сет, ваш поклонник на этот день. Так, хорошо. Давайте с вами снимем игру. Нет, давайте поспим, у нас уже спать он хочет. Поспим немножко. Сегодня мы просто поиграем для удовольствия. Видео будет короткое. Просто чтобы вам было интересно. Так, давайте, чем займемся?
Давайте мы с вами... Давайте купим... Не, сходим на работу еще, потому что денежек мало. И купим новую игру. Так, сходим за покупками. Мы выполним задание. Что-то я пропустил этот момент. Так, вот отлично. Новая игра, вот это вообще классно. 18-го. Давайте вот это купим. Принять. Давайте покушаем. Хот-дог съедим. Так, отлично. Все. Давайте снимем видео. Превью. Нам надо же превью еще снять. Превью снимем. Отлично. С новыми деталями. Сейчас будет просто супер. Пока ничего, тут ничего, тут ничего. Жмем. Далее. Так. Смотрим. Берем это. Тут берем. Это. Тут берем эту карточку. Нам осталось два задания выполнить. Мы берем эту. А там просто прибавим. Монтируем. Добавляем вот это. Добавляем. А у нас новая функция появилась. Вот. Раз. Мы все выполняем. Обрабатываем. Нам надо компьютер усовершенствовать, чтобы энергии было побольше. Все карточки нам использовать по максимуму. Новый уровень качества видео 12, монтаж 17. У нас сценарий 5 только. И звук нам надо улучшить, опубликовать. Сейчас посмотрим программу обучения на эти темы. Давайте поспим. Сходим на работу. Что нам дает? А ничего такого. Подзаработать нам все никак не дают нормально. Все какие-то работы не очень интересные. По деньгам я имею в виду. Так, смотрим. Денежек у нас 90. Давайте еще поработаем. Вот, наконец-то разработчик стажер дали нам за $65. У нас вот этот параметр мероприятия уже на пределе. Нам надо сходить в кино. Ничего, так набрал, $2 уже заработали. Давайте посмотрим, что у нас есть с курсом по поводу сценария. Вот сценарий. Фотографируем базовый уровень. Базовый. Давайте пройдем. Скорость на максимум. Если мы... Хорошо. Давайте мы обучимся сценарию. У нас одно задание сгорело. Смотрите, как я играю. Так. Что-то нас на мероприятие не зовут пока.
А, у нас новые карточки есть. Надо будет посмотреть эти. Давайте посмотрим. 1400 баллов мы набрали. Давайте посмотрим, что мы можем взять. Звук, да? Да. Тут что? А давайте вот это возьмем. И 900 еще останется. И тут вот это. И вот это давайте. Так. И вот это. Отлично. Все. У нас карточки есть. Тут мы обучаемся новым способностям, а именно по сценарию. Так, уже $9 мы заработали. Ух ты! 6000 просмотров. Так, сценарий 6 у нас. Так, качество видео 13. Нам еще звук улучшить и сценарий. Хорошо. Давайте с вами. Солнце даже и не знаю, выйти гулять не остается. Хорошо. Давайте поспим. Ой-ой. Нас поговорим. Давайте видео снимем. Отлично. У нас $9 хватит. Давайте покушаем. Скорость уменьшим. Так, открыть. Тут покушаем, купить еду. Закончилась у нас еда. Давайте хот-догов на. Хот-догов накупили. Покушаем. Давайте еще один хот-дог съедим. Теперь снимем видео по игре. Нам надо геймплей снять. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас с геймплеем. Продолжим. Далее. Так, тут что у нас? Давайте сразу выполним по сценарию. Тут что у нас? Давайте сразу. Давайте вот эту карточку возьмем. Требования большие у нас. Надо компьютер улучшить. Так, давайте мы с вами возьмем вот эту карточку. Так, два выполнили, еще два осталось. И давайте вот это. Вот эту карточку. Монтируем. Так, отлично, монтаж почти идеальный. Смотрим, чего у нас не хватает. У нас не хватает мягкий фокус. И так. Давайте еще вот это. Отлично. Смотрим. 70. Хорошо. Новые уровни. У нас сценария 7. Звук 9. Отлично. Опубликовать. Смотрим. Ой, мы в минус ушли. Работать срочно. Как же мы пропустили. Мы оплатили коммунальные и минус $70 ушли. Пропустили, что конец месяца. Сейчас мы с вами заработаем и дадим деньги. Так. Еще работать. Вот. Так, он доволен.
99 долларов. Все, мы долг отдали. Сейчас мы собираем на новое обучение. По сценарию хочу. Спать. Выполнили еще одно задание. Так. Вечеринка. Ну вот на вечеринке надо, да. Ускоримся. Как я играю. Так, здравствуйте, я приехал. Ваши распределения позвали. Да, нам надо на вечеринку сходить. Принять. Так. Поедем. Хот-дог. Пойдемте поработаем еще. Вот. Программист-стажер. 55 долларов платит. И нам бы на мероприятие. Выход в свет. Ваши поклонники хотят увидеть вас на мероприятии. Так, сколько уже заработает? 4 доллара уже. Нормально. Так. Тут мы смотрим. Что мы сделаем? Давайте еще курс пройдем. Нам нужен по сценарию. Нету именно по сценарию. Давайте средний. Поучимся. Так. Сейчас на мероприятие пойдем. С мероприятия начнется. Тут 5 долларов заработали. 240 поклонников. 4-5. Так, остановим. Так, это мы остановим. Пошли на мероприятие. Сходим. А то у нас уже тут шкала минус ушла. Посмотрим, что здесь есть. Ага, новую игрушку презентуют. Давайте посмотрим. Напишу, что это игра казуалка, которая на PlayStation выйдет. Эти оценки хорошо. Для фотосессии. Все. Все отлично. Нам бы взять какое-нибудь приложение по выпуску игры. Давайте поговорить. Хорошо. О, 99 долларов. Отлично. Все, можно уходить. Можно уходить. Но сниматься нас пока никто не знает. Тут можно сняться для интервью. Когда у тебя там какая-нибудь же кнопка и золотая, серебряная, бронзовая. Отлично, карточки новые появились. Так, сейчас ждем игру, поспим пока. Наберемся сил. Игра пришла. Начинаем снимать. Денежку зарабатывать. Это не очень интересная игрушка. Она уже там, видите, у нее интерес уже 34, по-моему, насколько я видел. Снимаем. Далее. Ну, посмотрим, какие требования от нас требуются. Ну, достаточно серьезные. Тут мы перекроем сразу. 4.
4 выполнили. Так, тут что смотрим? Давайте вот это. Видео сразу все перекроем. Еще у нас сценарий останется. И отлично. Отлично. Так. Это мы выполнили. Видео осталось только. Отлично. Сейчас наберем видео. Отлично. А там добавим и все. Монтируем. Все идеально почти у нас получилось. А вот монтаж. Вот так вот сделаем. Так, добавляем мягкий фокус. Все остальное. Вот это. Все. Давайте принять. Смотрим. 65 интерес. Отлично. И сценарий у нас на уровень 8. Опубликовать. Отлично. Пока заезжать. Поедим хот-дог. И на этом, я думаю, мы скоро закончим сегодня. Сейчас зарядится видео, получим денежку. А, давайте доучимся. Мы же учиться взялись. Сейчас новый сценарий, улучшимся. Средний уровень пройдем. Вот, довольно. Доплатил он $99. Так. Пройдем обучение, закончим его. Так, видео загрузилось. Уже $1 сразу заработали. Отлично. И дизлайков ни одного. Отлично. Смотрите, как у нас просмотры растут. Подписчики тоже. Отлично, это один дизлайк только поставили. Так. Так, смотрим. Смотрим. Так. 11 уровень сценария. Теперь звук нам бы улучшить. Давайте поспим. Скорость уменьшим. Поедим хот-дог. И давайте, мои дорогие друзья, на этом закончим сегодня. Было интересное видео. Если вам понравилось, то ставьте лайки, пишите комментарии, можете просто плюсик или что-то другое поставить. Значок. Мне приятно. До новых встреч. Пока. Пока.